Всем привет! Сегодня мне захотелось чего-нибудь сладенького. Из-за этого я решила приготовить нежнейшие банановые пирожные. Поехали! Для наших пирожных нам понадобится творожный сыр, сгущенное молоко, молоко комнатной температуры, какао, печенье и бананы. Все пропорции ингредиентов я оставлю в описании. Приготовим крем для наших пирожных. В миску отправляем творожный сыр. Сюда же отправляем сгущенное молоко. И это все хорошенько взобьем миксером. Досочку я застелила пищевой пленкой. Посыпаем сюда немного какао. Это нужно для того, чтобы наше пирожное не приклеилось к пленке. В пакетик набираем крема. И делаем вот так рукой. Падай. Все. Закрываем пакетик. И скребком собираем весь крем. Обрезаем уголок. Вот таким образом наносим на какао крем. Печенье обмакиваем в молоке, накладываем на крем и немного придавливаем. Печенье сразу становится мягче. Очищаем и нарезаем банан. Остальной крем распределяем на печеньках. Распределяем. Крем получился очень мягкий и очень воздушный, из-за этого просто распределяется. Поверх крема распределяем бананы. Наша банановая дорожка готова. Теперь аккуратно собираем наше пирожное вот таким образом. Надо работать аккуратно. Получается треугольник. Концы закрываем пленкой. Отправляем наше пирожное в холодильник на 6 часов.
Прошли 6 часов. Я вытащила десерт из холодильника. Давайте посмотрим. Ух ты, это все приобрело форму треугольничка. Обсыпаем наш рулетик какао. Наш десерт полностью готов, а теперь давайте разрежем его. Так просто режется. Это выглядит безумно красиво. Перенесем на тарелку. Сейчас попробуем наше пирожное. Само пирожное очень нежное, а банан добавляет еще более нежности. Готовьте такое пирожное с удовольствием, потому что оно очень вкусное. Вкусно и просто. Приятного аппетита!